Давление на больших глубинах водолазы ощущают в сотни, а то и в тысячи раз сильнее. Для того, чтобы организм привык к таким нагрузкам, водолазы проводят тренировочные спуски вот в такой барокамере. Внутри нее можно находиться от нескольких часов до нескольких дней. Этим процессом руководит врач. Все, что происходит внутри барокамеры, выводится на внешние мониторы. Таким образом, можно постоянно слышать и видеть человека внутри, разговаривать с ним. Помимо большой стационарной барокамеры, детям показали и транспортабельную необходимость для работ на выезде. Также ее используют для доставки пострадавшего. Помимо барокомплекса, спасатели показали детям водолазный спасательный фонд, где хранится оборудование. Это акваланги, гидрокостюмы, маски, различные инструменты, дисковые пилы, дрели и перфораторы, которыми можно работать на глубине. В завершении встречи детям продемонстрировали катера и моторные лодки, стоящие на оснащении Южного регионального поисково-спасательного отряда.